Полетели в Стокгольм, друзья. Холодно? Что, здесь лето, весна точнее, это как бы не в теме, да? Швеции, наверное, прохладно, всегда холодно. На самом деле холодно. Такой же свежий воздух приятный. О, да, воздух, конечно, здесь обалденный. Ну что, горячая Мальта закончилась, наступил Стокгольм. Прекраснейший городок, город с замечательными людьми, по крайней мере, насколько я их знал раньше. Я надеюсь, они такие же хорошие, и ничего не изменилось за эти последние 15 тысяч лет. Вот. Стокгольм я вам, друзья, уже как-то показывал, но сейчас будет новая эпопея стокгольмская, потому что здесь нас ждут разные интересные вещи, которые вы тоже, естественно, увидите. Так, это аэропорт у нас называется Скавста, правильно? Да. Это не, да, это самые дешевые самолеты, где летает Ryanair. Вообще Ryanair самолеты. Сколько билет стоил у нас сейчас с Мальты? 30 евро. 30 евро это на одного, правильно? Угу. 30 евро, за 30 евро можно с Мальты долететь до Стокгольма. Вообще Ryanair самые дешевые авиабилеты. Вот, не только до Стокгольма или еще куда-то, а по разным странам уже не раз. Да, почти постоянно пользуемся именно этим самолетом, именно этой компанией, потому что дешево. Вот. Ну и сердито, естественно, дешево, дешево и сердито. Вот. Если есть хорошая копейка, конечно, можно пользоваться другими авиакомпаниями, но если с копейкой по бюджету не очень, то пользоваться лучше Ryanair. Так, сейчас дождемся наших этих вещей. И попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.